Хэш, ребятки, с вами Лектор, продолжаем играть в Йотун. И вы помните то, что мы победили бога грома, который был просто невероятен просто, ну, по-другому его не назвать. Это был просто один из самых сложных боссов из всех, которые мне попадались. Ладно, я вроде бы 4 богов убил, мне получается осталось всего лишь одного из тех, которые нарисованы. Возможно, будет еще, я не знаю. Мы это и узнаем, в принципе, с вами здесь и сейчас. Ну, не сейчас, а как только дойдем до него. Так. Это бог лавы или что? Бог огня? Я без понятия, ребят. Я еще до сюда не доходил, я не видел вообще ни видео, ничего. Или что это такое? Короче, мы в каком-то болоте, ребят. Первый великан, рожденный в бездне Гинунгаб. Из его тела состоит мир. Вот так вот первый великан. Так, что нас здесь ожидает, я тоже без понятия в этом уровне. Это что такое? А, видимо, я должен встать сюда. А, и оттолкнуться, типа. Да-да-да, действительно. Прикольно сделано. Еще одно дерево рубим. У меня такое ощущение, как будто она не воин, а дровосек. Потому что очень много мы с ней уже деревьев перерубили. Давайте посмотрим карту. Я где-то вот-вот-вот-вот, я вниз опустился. И сейчас иду вправо. По сути, мне туда и надо. Верно я говорю? Вправо, потом вверх, потом опять вправо. Давайте попробуем так сделать. Мы никаких здесь бонусов брать не будем. Мы просто с вами пройдем по стандарту. Вправо, вверх и вправо, как я и говорил. Судя по карте. Сейчас узнаем, правильно мы идем или нет. Так. Ты еще что такое? В начале всего была бездна Гинунгаб. И в ней появилось два мира, Миспульхейм и Нифльхейм. Эоны прошли до этого, как они прикоснулись, и от их столкновения был рожден Эмир, первый великан. Вот так вот. Будете знать, наверное, если вы не знали. Ну, мы все идем правильно, как я понял. Скорее всего, здесь какой-нибудь будет первый великан. Или это первый великан, это и есть главный босс. Так, и где-то здесь... Да, вот она. А, нет, это какая-то фигня. Видимо, мы должны всю эту историю прочитать. Охренеть. Мы должны все эти 5 штук получить. Только после этого. И только после этого, черт возьми. Мы сможем пройти дальше. Так, ну вторая у нас сразу здесь, влево. Эй, серьезно? Принесите мне лодочку. А лодочки-то и нету. Хорошо, посмотрим, куда тогда можно еще. Вниз можно. А если вниз мы пойдем, то сразу еще ниже. Вниз, вниз. Вверх пройти, право, вверх. Давайте попробуем. Эй. Это не то. Вот здесь вот где-то она. Ага. И здесь ее нету. Лод. Это судно нашего. Но зато есть судно вот сюда. Так, ну. А вот. И смысл? Оно ж никуда не ведет. В общем, нам не нужно сюда. Нам нужно возвращаться обратно. Мы с вами сделали ошибку, то, чтобы пришли сюда. В общем, возвращаемся обратно. Почему я не могу просто ударить и все? Она просто так долго замахивается. Так, смотрим. Здесь вниз. Здесь, в принципе, других у нас дорог нету. Хорошо. Так, снизу тоже у нас других дорог нету. Видимо. Это все очень тяжело. В общем, нам сейчас надо влево. Да нет, это по-любому надо было так идти. Ну в чем соль тогда? Больше-то лодок нету. Вот в чем дебилизм. Ладно, возвращаюсь сюда.
Я ж по воде ходить не могу, даже туда ступить не могу, очень прикол. Допустим. И все, и я никуда больше пойти не могу. Здесь я перепрыгнуть тоже не могу. Я потом оказываюсь на том острове, и все. Я, в общем-то, шел-то правильно, по сути, но там же не было больше других лодок. В чем прикол? Все понятно. В общем, я туплю, ребят, извиняюсь за это. Извинись. Вот так вот. Извинись, извинись. Так, и просто мы идем тогда обратно. Получается, все-таки здесь, я думал, головоломка какая-то, а на самом-то деле нет. Просто идешь по пути, где возможно пройти. Если там можно пройти, значит там это правильный путь. Здесь у нас нет лодки. Вот у нас здесь есть, значит прыгнем сюда. То есть, видите, в двух местах из трех нет лодок. Значит, по-любому нужно идти там, где она есть. Мы рано или поздно придем туда, куда нам нужно прийти. В принципе, я думал то, что здесь следует идти по карте или что-нибудь такое. Воу. Ну нифига. Просто можешь идти так, как... Короче, как можешь идти, так иди. Вот так. Все очень просто. Так, проходим здесь. Вторая. Пока Эмир спал, элементы, которые наполняли его тело, стали тяжелыми. Он начал потеть, порождая ледяных великанов. И куда идти-то надо? Вниз? Да, вниз. Вот так вот все и происходило. Так, здесь какая-то лава. Надо быть осторожным. Так, и эта фигня рубится, да? Дерьмо. Не успею ничего пройти уже. Хорошо. Вот дерьмо. Главное, что направлял его в одну сторону, она ее точнее. Она вся в другую сторону пошла. Курки делать. Ну все, в принципе, я думаю, что мы дойдем. Или не дойдем. Получили немного урона, но ничего. Так. Понял, понял. Видимо, мне нужно было перепрыгнуть. Давайте попробуем это сделать. Или не нужно было? Нет, не нужно было. Здесь просто надо было сломать это чертово бревно. Прикольно бы было, если бы была возможность так перепрыгивать. Это было бы классно. Так. Ну, пропрыгивай. Хорошо. И здесь, по-любому, еще одно бревно надо будет ломать, я почти уверен. Колодец. Отлично. Все, вижу, куда надо идти. Видимо, там нас ждет тот плот, который я и говорил. А нет, пока что нас ждет вот этого дерева. Ой-ой-ой. Да-да-да, блин, действительно. Или это другой плод? Вот что меня интересует. Фиг поймешь. Они все на одно лицо. На один дизайн. Так, еще один круг, да? А, нет. Мы силу какую-то здесь получили, серьезно? Лавовую силу. Силу огня или что это? Прикольно, прикольно. Давайте, кстати, испробуем ее. А, быстрота, нифига себе. Вот это классно, вот это классно. Так.
Видимо, я опять пошел не туда. Я получил, получается... Да, нам надо было вниз идти все-таки. Вот так вот, вот так вот. Случайно при том пришел и получил. Я просто думал то, что я иду правильно. А нам нужно куда-то... То ли сюда... То ли нет. Значит, может быть ниже. Там где-то мы должны сломать дерево, в общем. И пройти. Блин, все равно продамажило. Ну где? Где выход-то, господи? Вот, вот оно дерево. Какое же ты все-таки незаметное, черт тебя вот побери. Это просто жесть. В принципе, хилка у меня есть, так что можно ни о чем не беспокоиться. Я прямо сейчас ее заюзаю. Тупость то, что когда вы юзаете хилку и в это время еще замахиваетесь, то хилка не прорезается. Далеко от Емира родилась корова Аудумла. Созданная из чистоты Аудумла начала лизать лед, на котором она стояла. 3 дня прошло перед тем, как тело Бури, отца богов, появилось на свет. Вот так вот. То есть, вот этот вот великан Емир был подо льдом, и чтобы он появился, вот эта вот корова лизала этот лед, на котором появилась она. В общем, все это очень странно, очень непонятно. Возможно, это скандинавская мифология, а возможно и нет. Проходим, не стесняемся. Только куда проходить? Все, вижу. Воу. Тихо. Ну, здесь же перепрыгнуть даже можно. Вот чё она занимается такой ерундой? Видишь плот, значит нужно по нему проплыть. В общем, тупость. Хотя там можно просто перепрыгнуть. Так, Бури дал рождение сыну по имени Бор, который женился на Бестле. Вместе они зачали 3 сыновей. Вилли, Ве и Одина. Те, кто был рожден изо льда и огня, имели добрую душу. В то время как те, кто родился из гниющихся элементов, несли тьму в своих сердцах. Так вот. Так, мы сейчас находимся, я так понимаю, вот здесь. Нам нужно по-любому налево. Идем налево. Потом наверх. В принципе, силу мы уже взяли. Это, наверное, один из тех уровней, где мы силу взяли абсолютно случайно, даже не собираясь ее брать. Так, а зачем мне влево? Там же мне наверх надо вроде бы. Так, я не понимаю, на каком острове я сейчас нахожусь. Здесь есть пути влево и наверх. Но я таких вообще не вижу. Ой, влево. Влево и вправо. А я таких островов не вижу, где было бы и влево, и вправо. Хотя вижу. Мне нужно влево и потом вниз. Все понятно. Я не могу здесь пройти, серьезно. Она застряла! Это ж... Фух, хорошо, что хоть она не навсегда застряла. Да, серия, видимо, будет очень долгая. Я, ребят, буду с вами играть. То есть проходить до самого босса. И самого босса попробую тоже убить. В этой же серии.
Так что вот такие вот дела. Я не знаю, последний это босс или нет, но будем надеяться, что нет, потому что я жду какого-нибудь крутого здесь босса в конце. Какого-нибудь Одина или еще круче здесь будет, я не знаю. Может быть, кто-то есть круче Одина. Вполне вероятно, вполне вероятно. Я не слишком так хорошо знаком со скандинавской мифологией, чтобы знать кого-то круче Одина. Ну, как сейчас нам пояснили, что был Ймир, который и создал, так можно сказать, всех, всех богов. Который является титаном, по сути. О, вот это прикольно, вот это прикольно. Один и тот же плод, но в две разные стороны. Хорошо. Так, и последняя фигня. Вилли, Ве и Один убили гиганта Ймира. То есть убили своего деда, можно сказать. Его плоть стала землей. Его кровь стала водой. Его волосы стали травой и деревьями. Его череп стал небом, которое держит четыре гнома. Так был создан наш мир. Поняли, поняли? Вот она, мифология. Ну, я не знаю, может быть, это не по мифологии сделано, может быть, здесь больше надумано именно к игре, с игрой, что было связано, но не знаю. Ну, в принципе, звучит очень-то убедительно. Ну все, мы собрали все пять. Миф творения завершен. Открывай свою калитку. Готово. И забираем руну. И уходим в Гинунгагап, потому что нам здесь больше ловить нечего. Руну мы получили. Первую из двух. Нужно еще одну. Очень странный какой-то здесь персонаж нас ожидает. Ну, точнее, босс. И самое интересное, что руна-то не засчиталась. Это серьезно сейчас было? Хорошо, что здесь не нужно проплывать весь путь. Наверное, не нужно. Да, не нужно. Почему-то мне не дали руну. Мне не дали руну, это очень классная тема. Спасибо разработчик, что постарался и сделал так, чтобы я постоянно туда-сюда гонял. Хорошо, что здесь можно сразу дойти до нужной мне локации. А не проходить все те уровни, которые я проходил только что. Но все равно это все равно занимает, черт возьми, время. Ох, тяжело, 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 однако. Вот он вот так вот выглядел и мир. Из него создался вот этот вот весь мир. То есть и мир родил сына. Не знаю как, может быть сам родил, может быть сотворил. Который женился на какой-то девушке. Или женщине. Которые родили сына, точнее трех сыновей, вот они. И один из них был Один, я так понимаю, самый младший. И потом они взяли вот эти три сына, три чувака, три паренька, решили такие, что-то Ймир совсем оборзел, он самый крутой, самый сильный, давайте его зафигарим. И в итоге отфигарили бедного Ймира. Он тут родил им отца, можно сказать. Если бы не он, то и не существовало бы никого. Вы нашли руну крови и мира. Если бы не он, то и никого бы не существовало. Так, странно, мы разрубили дерево. Ну, вот так вот мы путешествуем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Надеюсь, то, что вторую руну мы получим намного быстрее, потому что это дебилизм. Сама игра как бы подразумевает то, что мы будем сражаться после, против вот этих огромных боссов. Но вот эти вот, пока вы дойдете до огромного босса, ну это весь интерес пропадает, честно. Хоть здесь и пытается нас как-то разнообразить геймплей и прочее, потому что тут всякие загадки и прочая фигня, ну вы сами все видите. Но все равно, очень скучно. Кратер Муспельхейм. Могучий кратер, полный опасных врагов. Опасных врагов. Опасных врагов, все верно. Так. Здесь, в принципе, нам нужно просто, я так понимаю, победить этих врагов и не умереть. Потому что здесь не такой уж огромный уровень.
Нам нужно просто идти вправо наверх. Воу, серьезно? Ну он такой жутковато, жутковато выглядит. Может быть, надо так его? Да, действительно. Слабыми атаками его не возьмешь. В общем, нам не нужно здесь ничего делать. Давайте просто идти туда, куда нам надо идти. Так. А нам надо идти наверх. Ну, чтобы пройти наверх, нам нужно спуститься вниз? Или нет? Сейчас мы все узнаем с вами. Да, похоже на то, ребят. Хотя фиг знает. Ну, с этими чуваками сразиться, которые вот кидают камни, они такие уже сложные, на самом деле. Минус один. Минус второй. Видишь, продамажил меня, потому что некуда было его откидывать. Это странно, какая-то другого цвета бочка. Давай попробуем, может быть, я. Ее тоже нельзя уничтожить. Я не знаю, куда я иду. Буду надеяться, что я иду правильно. Потому что здесь карта как бы нарисована, но она же не показывает, где вы находитесь. Поэтому в этом-то и состоит вся сложность. Что, ты такой самый главный? Или ты самый главный? Изи-бизи. Эти опасные враги что-то делают одни и те же действия. Поэтому нам слишком просто с ними сражаться. Здесь это еще один опасный враг, я уверен. Видите, как камень. Откуда не возьмись, прилетел. А, я могу камнем пуляться. Интересно. Я не знаю, куда я спускаюсь, но мне кажется, что я иду не туда. Я могу, интересно, двоих взорвать? Он ранил меня. Я на самом деле думал, что пройду эту миссию без урона. Вот я лось, конечно, сейчас. Взял, в другую сторону ударил. Так, да, я иду правильно, правильный путь выбрал. Да, это не такая сложная миссия, как прошлая. То есть нам не нужно путешествовать, вот это все, что-то находить. Воу, воу, воу. Откуда вы взялись? Кто вас сюда прислал? Нет, не взрывается. Я просто думал, если оттолкну одного, то и второй, в принципе, взорвется вместе с ним. Но нифига, нет такого. Я, кстати, мог камнем попробовать их пришибить, и мне кажется, они бы все равно бы сдохли. Показывают нам огромное поле битвы, где лежат огромное количество мечей, гигантских мечей. Видимо, скованы как раз-таки вот на этой вот, на этом кратере. Мы же на кратере находимся. И мы сейчас спускаемся на лифте. Хорошо. У меня больше нету жизней, то есть хилок. С этим надо будет сейчас поосторожнее быть совсем. Еще пришли. Ну, этого я точно победил. С этим, наверное, уже посложнее будет. Он меня попал. Это нехорошо. Заметьте, что здесь нет ни сохранений. А, вот сохранение. Только сказал, да, вот, и сразу же появилось.
И у меня сейчас становится сразу и хилка, и жизнь, и все восстановится. Только куда идти дальше? Тоже интересный вопрос. Тяжело. Из-за чего тяжело? Как бы миссия простая, а из-за того, что все это утомительно. Утомительно долго. Потому что, по сути, очень легкая миссия. Но заставляет меня просто здесь путешествовать. Так, и нам надо куда-то вниз спускаться теперь. Вот по этим вот камням. Наверное. Да-да, действительно прикольно. Вот это прикольно сделано. Офигенно. Тяжело. Вот так вот встань. Отлично. Она куда-то вообще непонятно в какую сторону пульнула. Ну, в принципе, я думаю, мы уже могли пройти на самом-то деле. Зачем тогда я кидался этими камнями? Так, и здесь мы должны сделать вот такую вот фигню. Все, готово. А здесь всего один камень. Это вообще нормально? Может, подкинешь мне камней? Спасибо. Вот и все. Слишком просто. Да, я могу здесь пойти. Тогда проблем вообще никаких нет. Самое интересное, что до этого все камни уничтожались, как вы видели. А теперь нет. Теперь они просто падают и типа... Отлично. Спасибо тебе за камень, там все дело. Я его случайно убил. А, я могу пройти. Нормально. Так, нам нужно выковать какие-то мечи, видимо. Или нет? Как-то это очень непонятно. Ладно, я попробую убить. Что будет, если я тебя убью? Не умер. Хорошо, со второго раза хоть умер. Видимо, я должен охладить. Давайте пробуем охладить. Нет, нифига. Тогда я просто делаю мост. Я других вариантов не вижу. Подхилимся. Что? А, он на горе стоит, офигеть. Ладно, минус ты. Я пошел на гору. А, здесь не просто так, видимо, эти камни еще стоят. Возможно, мне еще что-нибудь нужно будет строить. Угар. Я надеюсь, мы идем правильно. Иначе это будет стрёмно. Туда-сюда ходить. Я могу, интересно, мимо них пройти просто и не париться? По-моему, могу. О, еще одна... Одно сохранение. По-моему, второе сохранение уже в этой игре. В этой миссии. Очень странно.
жду камней. Еще один нужен. Или не нужен. Там же целая дырень такая, вы видите? Они мне говорят, что не нужен камень. Давай еще кидай, что ты стоишь. Совсем балбесничает. Как думаете, вот нужен еще один камень или все-таки нет? Все-таки нужен. Нормально. Мы даже камнем его убили, вот в чем самое интересное. Хоть камень там и остался, мы все равно убили его камнем. Не вижу смысла с ними драться, если можно просто пройти. Так. Какая-то бесконечная прям... Бесконечный кратер. Бесконечный вулкан. Куда-то идем, ничего нам не объясняют. По карте я определиться не могу, где я нахожусь. Хотя сейчас могу, потому что у меня появилось... Воу! Потому что у меня появилось теперь на карте сохранение. То есть теперь мы можем увидеть, где мы были. Благодаря сохранению. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходим. Я думаю, что это конец все-таки этой миссии, потому что сколько можно? Да, действительно, руна наконец-таки здесь, и я уже задолбался ходить в этой миссии. Я думаю, что вам тоже не особо интересно смотреть на это. Но в любом случае, в конце серии я все равно сражусь с боссом. Боссом, который, думаю, будет очень тяжел, потому что предыдущий был просто невероятен. Все обе руны у меня. А вы представьте, что бы было, если бы я сейчас взял бы и... Ливнул бы. То есть обратно сюда. Какие-то вороны стоят. Ладно, идем сразу на босса. Босс обещает быть сложным. Давай, давай, давай. Предыдущим боссом мне действительно вот написали комментарий. Лекс, ты вот с этим боссом потел. Да, действительно. Предыдущий босс это был просто... Просто жесть. Я очень долго его убивал. Все, поджигай. Камушки. Я даже не знаю, кто здесь будет. Мужик? Или девушка? Кто будет? Богом огня. Или лавы. Или магмы. В общем, вы меня поняли. Сейчас мы это все и узнаем. Очень долгая загрузка. Все, готово. Сразу сохранение берем. В принципе, она нам даст сейчас возможность восстановить хилку. Каунан, руна факела смертности и боли. Вот так вот. Вы слышите это? Это музыка? По-моему, кует, кует. Охренеть. Охренеть. Это что-то такое? Кует себе мечи такой. Сейчас тебе дам... Будешь ковать здесь мечи мне. Он такой, типа, хватит с этим. Пора с этим заканчивать. Воу! Я испугался, честно. Офигеть. Что ты такое за существо-то? Он какой-то ультрабыстрый. Делает какие-то штуки прям непонятные. Так.
Хорошо. Да подойди ты к нему. Хорошо. Раз, два, три. Нет, три раза не успел. Кстати, мог один раз большим сильным ударом ударить. Не успею. Да. Действительно. Успею ударить. Ну вот. Мне меч его не дал просто к нему подойти. Ладно, бьем раз, два, три. И сильным. Отлично. В принципе, все его приемы я уже... О, нет, такого я не видел. Охренеть. Он вообще эпичный, этот босс, который против меня. Он очень крутой. Ладно, ударь его одной сильной атакой. Здесь слабыми, потому что не успею сильными. Видите, две слабые только успел. Так. Раз. Потрясающе. Раз, два, три. И сильный. А, у меня же еще способности есть. Я про это забываю. Ну, честно, он не такой сложный, как был предыдущий. Предыдущий был это просто жесть. Я с ним еле-еле справился. И сильная атака. Давай. Я не попал сильный. Готово. Неплохо. Ну давай, подойди сюда. Воу. Да, длинный у тебя, конечно, меч. Ничего не скажешь. В середину прыгает. Это значит то, что он сейчас будет свои шары пускать. Так, хорошо. Раз, два. И сильный. Потрясающе. Так, я что-то говорил про то, что он не такой уж и сильный. Я беру свои слова обратно. Охренеть. Это стало опаснее намного. Стало намного опаснее, блядь. Так, ну главное, что он меня не продамажил. Не продамажил, говорю. Один удар, мне кажется, я проиграл. У него половина хп. В принципе, та же самая история, что с прошлым боссом. То есть, так, и тогда у того на пол хп, и у этого на пол хп. Они берут и усиливаются. То есть, тогда было у того босса второй двойник появлялся, а это просто супер крутым становится. Смотрите на него. Ну разве это не супер крутой? Что ты будешь делать? Вы это видели? Я проиграл, ребят. Знаете, что самое интересное? Что я прыгнул туда, куда он бил своим мечом. Это вообще адекватно? То есть, он изначально хотел туда ударить? Или он ударил туда, потому что я туда прыгнул? То есть, я нажал на прыжок, на кувырок, и он попал чисто в меня. В общем, да, здесь опять заново, ребят. Опять заново, к сожалению. Ну что, гигант сильный. Да, действительно интересный босс. Действительно интересный. Не забываем, что у меня есть способности вот эти. И их нужно юзать тоже. Нужно знать, как юзать. Так, этого я не успел ударить. И сильная атака. Успеет. Да. Нет, я не верю. Я же уворачивался. Охренеть. Он очень быстро бьет, в чем проблема. И мне кажется, он бьет вообще на рандом. Ну, смотрите, ну что это такое? Я не успеваю увернуться. Туда, куда я прыгаю, он туда и бьет. То есть до этого он так не делал. Это тяжело. Это тяжело, действительно. Ладно, соберемся. Это очень странно, потому что он бьет, наверное, секунда есть. Даже если я прыгаю, то он бьет именно туда, куда я прыгнул. У меня, в принципе, есть ускорение. Мне, наверное, для этого
босса и дали ускорение вот именно в этой миссии. Но это очень все равно странно. Бей сильной. Отлично. Видимо, именно в этот момент нужно от него немножко отходить. Видимо так, да. Не отойдешь, будет тебе хуже. Да, вот эти вот разломы, они не так далеко, видите, расположены. То есть, когда он будет усилен, они будут намного дальше расходиться. Нет, ну вы серьезно? Раз, два, три, и не сильно не успел, жесть. Ладно, бей. А, нет, он не будет бить, хорошо. Ух, живой, здоровый. Я прямо на меч упал. Я лучший. Я сразу восстанавливаю себе все хп. Потому что других вариантов я не вижу. И, наверное, сейчас попробую заюзать... Нет, заюзаю ускорение, когда у него не будет... Ну, то есть, половину хп. Раз, два. Все, две слабые атаки. Хилок больше нету, и если у меня попадает, то я, скорее всего, проигрываю. Неплохо. Не, вы это видели? Он меня толкнул под эту фигню. На, засранец. Ну, он очень классно сделан, вот этот босс. Не то, что даже не этот босс, а именно все боссы здесь очень классно сделаны. Очень детализировано, очень красиво выглядит. Мне вообще эта игра из-за графики очень нравится. Графика здесь в этой игре вообще божественная. И я прямо на... Чуть не на камень не упал, на метеорит. Все. Успокойся, дружище. Все будет хорошо. Ускорение включаем. Так, хорошо. Я ушел. И молотом бьем. На! Я почти сгорел. Ну, вы видели сами. Это плохо. Он меня просто выталкивает, вот это по случайности, видимо, получается, выталкивает туда, где находятся вот эти вот дыры. Хотя бы слабо еще. Нормально. Но у меня нету больше усилений. Ни хилок, ничего. Я труп. Еще тяжелее, чем прошлый, наверное. Нет, он не тяжелее, чем прошлый. Просто не везет, просто неправильно. Да, именно из-за того, что он пару раз меня попадает, пару раз именно отталкивает, случайным образом отталкивает вот на эти вот кратеры, которые остаются после взрыва метеорита, и поэтому я умираю. То есть вот этих случайностей бы не было, я бы побеждал. В принципе, можно без проблем сразу использовать способности, не париться. Ну вот, очень много хп сняли. Прямо в самом начале. Хорошо. Вот опять оттолкнул меня. Говнюк. И сильной атакой. На. Хоть и без молота.
Ну, нормально. Эй, дружище, я не там стоял. Так, 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 и сильная атака. Нет, это не в этом случае нужно было так делать. Две и сильная. Не попал. Но он сейчас до меня даже не достанет. А нет, она бы достала, кстати. Вот мечом достанет. Хотя бы один раз слабо так. Нет. Раз, два и сильная. Давай. Отлично. Оттолкнул меня на метеорит. Уродец. Видите, здесь нужно бежать сначала в одну сторону, а потом хоп, резко и в другую. Потрясающе. Он мне снял половину хп. Я думаю, то, что нужно отхилиться. Потому что если у меня еще раз попадет, то все. Сильная, сильная, сильная. Отлично. И сильная. Потрясающе. Сейчас он будет орать. Не ори ты. Не ори. Опять откинул меня, уродец. И молот опять. На по башке. Потрясающе! Смотри, сколько я снял. Вообще, дофига снял. Это еще что такое? Я первый раз вижу, чтобы он так делал. Видимо, да. Это, видимо, когда у него очень мало хп остается, он занимается вот такой вот ерундой. Так. Обычно это так и не попал. Хорошо. Теперь надо быть осторожным. Охренеть. Он вообще супер сильным стал. Супер крутым. Хорошо. Очень мало хп у него. Что это будет? Это будет молнии. Хорошо. Огненные молнии. Прыжок. Веры. Один раз успел ударить даже. Хорошо. Живой пока что. Раз, два. Сильный удар. Победа. Да, да, да. Жри свою лаву. О, он сделал суицид, серьезно. В принципе, я понимаю, что... Эй, чуть не умер я. Я понимаю, что Японии это было нормально, когда в эпоху самураев. Но не в Асгарде же, или где там они. Ты впечатлила богов. Наконец-то. Наконец-то она впечатлила богов. Я не знаю, последний это босс или нет, но в итоге получается всего 5 боссов в этой игре. Игра довольно-таки прикольная. Ну, больше всего мне нравится сама рисовка и сама боевка между боссами. То есть, когда мы сами сражаемся с боссом. Это вообще просто... Это эпик. Это эпик, действительно. Один? Мы идем к Одину. Возможно, мы еще будем с Одином сражаться. Здесь, видимо, всякие... А, это разработчики, разработчики. Нифига себе, как они себя выставили здесь. Классно, классно, молодцы, чуваки. Создали своих... Свои, так скажем... Как называются-то они? Бюсты? Да. Каменные бюсты. Очень молодцы, молодцы. В стилистику прям. Так, мы идем к Одину, видимо, разбираться с той проблемой. Что за фигня-то? Один. Ну, если это будет как новый босс, то вы увидите сражение с Одином в следующей серии. Тора, ты умерла бесславной смертью. Но твое упорство и отвага вели тебя вперед. В этом мире вечной пустоты ты прошла через разные миры. Нашла руны. Победила Йоулов. Отличное слово. Я, Один... Даю тебе второй шанс.
именем крови Тора, которая течет в твоих жилах. Пусть этот великий дар направит тебя в решающей битве. Ибо я, Всеотец, буду твоим последним врагом. Готовься, Торра. Ладно, ребята, я на это заканчиваю. В следующей серии вы увидите уже последний бой против Торры, хотел сказать, против Одина, разумеется. Торра против Одина. И посмотрим, кто же из нас все-таки победит. Кто будет сильнее, Торра или Всеотец, самый главный из богов, Один. Это вы увидите в следующей серии. Ставьте лайки, если вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, что хотите. В принципе, я все комментарии читаю. И не забываем подписываться. Подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. А с вами был Лекс. Всем добра!